Вот так быстро и ловко управляются с длинными полимерными лентами школьники 23-й гимназии. Сегодня они участники мастер-класса по плетению маскировочных сетей. У большинства из ребят такого опыта не было, поэтому действуют строго по схеме. Но, как рассказывает одна из волонтеров Юлия Макарова, плести маскировочные сети несложно. И помогать могут все, у кого есть желание. В штабе находятся как дети, так и взрослые. От 7 лет до 83 лет. У нас очаровательная Галина Николаевна, которая 83 года, она ежедневно приходит на штаб и работает по 5-6 часов. Год назад на базе 4-й городской библиотеки неравнодушные люди организовали штаб помощи бойцам специальной военной операции и объединили вокруг себя таких же активных людей. Приглашаем всех желающих вступить в наш волонтерский отряд, который называется «Отряд Фирса», именно открыт на базе нашей Фирсановской школы, корпуса номер 3. Огромное спасибо за тот труд и те добрые дела, которые проходят у нас не только в городском округе, но и по всей России. Сегодня волонтеры не только плетут маскировочные сети, но и шьют костюмы лешего, делают окопные свечи, готовят сухой душ. За время СВО активисты уже накопили большой опыт и охотно делятся тем, что умеют. Проводят разные мастер-классы и находят большую поддержку среди школьников и жителей Химок.